единовременную выплату получат абсолютно все пенсионеры, независимо от вида пенсии, будь то пенсия по старости, по инвалидности, по потере кормильца, государственные пенсии, социальные пенсии. Кроме того, эту сумму получат еще и будущие пенсионеры, которые в течение этого срока до Нового года назначат себе пенсию. Единственным условием для получения выплаты является проживание пенсионеров в пределах Российской Федерации.